5 лютого відбудеться прем'єра 18-ї платівки «Нефріт», глашатая Майка, мого гостя, справжнього трудоголіка від музики. Зустрічайте. Глашатай Майк. Автор-виконавець, письменник, радіоведучий, музичний продюсер. Займається музикою вже 20 років, записав 16 повноформатних авторських альбомів та один міні-альбом. Майже всі вони є в Apple Music та Google Play Music. Пише афоризми, прозу, есе. Головний девіз – бути щирим самим собою, як мінімум. Успіх приходить рано чи пізно, коли ти займаєш своє місце і робиш свою улюблену справу. Успіх не любить, коли ти розпилюєшся в різні боки, особливо на те, що не любиш. Майк, вітаю тебе у нас. Привет. В студії, у гостях, рада тебе бачити. Взаємно. І ти прийшов не з пустими руками, ти приніс нам новий альбом. І, до речі, ти вибрав цю дату 5 лютого не випадково. Да, к сожалению, з пустими руками ще в печаті знаходиться весь матеріал наш, і диск, собственно, і мерч к нему, который произошел вдруг спонтанно. Да, не з просто 5 лютого, потому что это китайский Новый год. Я, в общем-то, такой... как это сказать, ну, такой приверженец этой традиции Китая. Mm-hmm. Вот, поэтому слежу за ними уже не первый год. Ну и да, да. Хорошее начало, почему нет? Тобто новый рік починається тільки з лютого. Ну не, на самом деле, там, если брать, то полноценный Новый год — это солнцестояние. Mm-hmm. Вот уже такое, это первое такое его шаг. Поэтому, ну, я лично так, как старовер такой, отмечаю для себя так его. А это уже такая финальная точка Нового года. Знаєш, кажуть, багатоплідна вагітність, а ти в нас багатоплідний хлопець у творчості. Да, да. Як писався цей альбом? Очень спокойно, очень не спеша. Тобто абсолютно я не ставив ніякі себе рамки. І я от вчора писав якраз об этом пост, що писався по принципу «можеш не писати, не пиши». Тобто між піснями могла бути 3 місяці пауза, какая-то одна песня могла делаться 4 місяці, оставляться, делаться другая, возвращаться опять. Тобто вот абсолютно вот я не торопился, я подумал, что не торопиться. Во-первых, мне хотелось сделать какие-то тоже выводы самому. Достаточно немало альбомов написано. И что-то, возможно, то есть нащупать, что-то поменять. В конце это удалось, в самом конце альбома. Ну, до речі, дуже гарний принцип для творчості. Да. Можеш написати, не пиши. Да. І ще ти порівнював цю платівку з легендарним фільмом під назвою, що скажу. «Весна, лето, осінь, зима, так, Кінкі-Дука. Чому да. так? Ну, так совпало, потому что действительно там есть сезоны эти. То есть альбом начал писаться зимой 2017 года. Вот, это слышно по первым трем песням. Это прям зима вот такая, слышно по всем настроениям. Угу. Потом вдруг врывается весна с одной песней. Вот. Потом... До речи, наилюбленша твоя песня на этом альбоме. Мне подобалась больше за все. Весна, сама весна. Спасибо, да. Это, кстати, очень старенькая песня. Ей 10 лет. И дело в том, что ее, я вдруг в какой-то момент понял, что ее современная моя публика ее не знает. А это песня, которая в свое время в 2008 году сделала достаточно такой бум в городе, и она действительно вот прямо она ходила по людям сама. Угу. И я решил ее перезаписать, обновить, пересвести. Тоже гарная идея. Да, да. Угу. И, собственно, на нее планируется новый клип тоже сниматься в песне. Так, ну тоді прийдеш ще до нас весною, да, щоб да, презентувати кліп. І в нас є робота твоя 3X, яку ми покажемо, ну, а потім повернемося до майже політичних новин, зв'язаних з цією композицією. Ух, покажіть, будь ласка. Тратить время на их игры.
Глашата і Майк у нас у студії, ми подивилися роботу 3X, і ось така новина з'явилася приблизно тиждень тому. Глашата і Майк записав гімн для Зеленського. Пояснеш, що це? Да, об'ясню. Дійсно гімн для команди Зеленського. Дійсно не писав. Тобто спеціально не писав, це писалась пісня, після чого, звісно, як будь-який кліп, я роблю медіа-розсилку. Тобто це порядка 100 істочників, різних продюсерів, музиканти, рекорд-лейбли, телеканали, радіостанції. Серед них, в тому числі, і був Дмитро Зеленський. Которому, дійсно, там історія така була, що дійсно, кілька чоловік мені сказали, слушай, вона от звучить, як будто б підходяща по програмі Зеленського. Я говорю, ну окей, ну отправлю в тому числі. Отправили, они сказали, действительно... мені місцем, я молодий, да, ну так. Да, уступи місце, я молодой. Вот, и отправил, они были в восторге, говорят, давай вот быстро сейчас запустим мы. Я говорю, подождите, у меня премьера 5 февраля. Они говорят, давай мы сейчас вот запустим, и будет тебе отличная премьера. Ну, чи будеш ти голосувати за Зеленського, як за президента нашої країни? Я не хожу на вибори, уже лет 15. Чому? Не вірю, наверное. Тобто не вірю в эту систему, и все. Тут давай саботуємо разом ці вибори і вичеркнемо усіх. Так теж делал. Потом... Не допомагає. Потом мені це надоело. Не знаю, я зараз вот теж думаю об этом. Наверное, я просто полагаюсь на те перемены, которые я хочу видеть, я полагаюсь только на себя в этом, поэтому и стараюсь делать их сам. Наверное, я... Ну, так получается. Я бы хотел верить в эту всю систему и хотел бы пойти сделать свой выбор, и быть уверенным, что он будет, каким-то решающим. Сьогодні прочитувала афоризми Боба Ділана, і мене зачепила дуже фраза, моя улюблена. Коли я дивлюся новини, я розумію, світом правлять ті, хто не слухає музику ніколи. Да. В принципі, на жаль. Ну, поглядімо. Ну, щось міняється все-таки. Як не крути, щось міняється, і це видно. Мені дуже не сподобалась його реакція на запитання журналістів. Вона була така неналежна для «Слуги народу». Я побачила у цьому хамство. І це зовсім не схоже на реакцію обслуги, якою має бути власть, чи менеджера країни, це не схоже. Тому Зеленський в моїх очах вже впав. Я розумію, наскільки це все взагалі нервна історія вся ця. Взагалі, то есть, скажімо так, макнутися в політику, будучи чоловіком, скажімо так, взагалі другого плану, це дуже нервна
Треба бути дуже ввічливим з журналістами, на мій погляд. Да. Бо це друга влада. Зазначу, в цілому зриви і провокації. Ну, то не будемо. Продовжимо говорити про твій новий альбом. Чому не Фріт? Чому саме цей камінь ти вибрав в головну назву? Ну, ти знаєш, що камні в моїй житті взагалі грають немаленьку роль. Всегда со мною, на мені, то вже не одно. Так, знаю. Більше 10 років це все вже відбувається. Не Фріт, дійсно, він восхваляється китайцями не одно тисячолетие. Его находят в гробницах, его находят еще 4000 лет назад. То есть какие-то предметы mm-hmm. нефритовые. Действительно, из своего опыта могу сказать, это действительно очень особенный камень, чисто по его физическим свойствам. То есть, и я написал вчера, что почему нефрит, вкратце если брать, то потому что в этом альбоме есть те же свойства, как и у нефрита. Он одновременно мягкий камень очень. Вот. То есть нефрит невозможно сделать острым. Заточить так, чтобы он, то есть он всегда будет мягким. При этом он очень сильный, крепкий, его не так просто разломать, да, треснуть как-нибудь. И в нем есть такая очень мягкая сила небес, которую китайцы называют вот, искренностью какой-то такой, правдой, чистотой. Вот это ощущается прямо вот просто энергетически, вот, трудно объяснить. Точно так же, как и ощущается в музыке. То есть там есть и сила, и мягкость одновременно, і какая-то, то есть, і искренность само собой. Зрозуміла. Якщо говорити про кліп, який ми показали, про 3X, мені дуже сподобалась робота режисера і оператора. Вони зробили так, нібито, ну, мені здалося, що це схоже навіть на Джима Джармуша. Дуже люблю цього режисера. Він знімає авторське кіно, таке артхаусне. То передає мої респект та уважуху своїй команді. Передаю, да, это великолепный режиссер, с которым я работаю уже не первый клип, Роман Бабырь, вот, и оператор Саша Сафонов, с которым мы впервые работали, это все, снялось все буквально за два дубля, действительно, угу. То есть это никаких долгих не было. И ты был завжди такой артистичный, потому что, ну, здається, тобі все це легко, идти по вулиці, співати, ти не... Я не репетировал это все, вот. Ну, то есть, более того, там очень было некомфортно, это было минус 8, дуло с Приморского бульвара, вторая часть клипа снята на Приморском бульваре. Угу. Вот. И очень было холодно, без шапки, без шарфиков, грелся самокруткой, грелись фляжкой рома. Вот. И... Не знаю, то есть это как-то было для меня абсолютно органично. Мне тоже интересно, что вдруг заметили этот момент, потому что я выслал этот клип продюсеру Джамалы, и он похвалил очень работу мою, сказал, чтобы я двигался дальше. Очень понравилась она ему, действительно. Он сказал, что... Интересно, вот что он сказал, что мы очень любим этот стиль 70-х. Вот Марвин Гей, Стиви Вандер и прочие, да, гении. Но сегодня это не актуально. Вот. И многие... Манекен тоже самое, вот, продюсеры Нуки, да. А что же зараз актуально? А в том-то и дело, что мне кажется, что сегодня нет ничего актуального, что сегодня актуально все, что понравится слушателю. И, в принципе, доказал это действительно, когда команда Зеленского выложила этот клип у себя на страничках. Ну, там неделя просто, и активность до сих пор еще не сходит. То есть и люди, то есть, подходят на улицы даже ко мне сейчас, вот всю эту неделю, и благодарят за эту песню, что показывает, что им не важен какой стиль, что это актуально, не актуально. Что мне очень нравится действительно стиль 70-х, я хотел этот ретро-саунд передать. Вот. И они благодарят, потому что им, ну, близка тема, близко настроение, этот драйв, это искренность, опять же, которая оттуда прет. Mm-hmm. Вот это важно. А какой будет стиль слушателю, не так важно. Ну, і альбом, я слухала його, він звучить так тепло, лагідно, як вініл. Як ви такого ефекту, як ви створили цей ефект? Я добивался этого при записи каждой песни. Собственно, у меня цель это стоит уже 3 года в каждом альбоме добиваться этого. И вот в этом альбоме у меня это получилось. И то есть это, несмотря на то, что пишем все через электронные приборы, да, сегодняшние, через цифру, но все это проводилось в итоге через аналоговые такие вот примочки. И в итоге мастеринг вот моего друга Володи Сорокина из студии PS Records сделал вот идеально. Действительно, его слушаешь, я не мог поверить, я слушал с телефона, ехал, и просто вот слушаешь винил настоящий. Я ему говорю, мы сделали наконец-то вот то, чего я хотел, 3 года добивался. Это виниловый саунд, очень теплый, кочевый, такой пористый. Очень рад этому. Да. Я возвращаю это звучание намеренно.
Ти іноді працюєш як діджей і граєш і на вінілі теж. А що до музичних стилів, які ти зазвичай обираєш? Фанк, соул, джаз. Це мої такі найлюбіші стилі. Много лет уже. И в них и пишу, стараюсь писать. Вот. Ну, на винилах, да, это особое удовольствие играть джаз. И что, у тебя велика коллекция виниловых платинок? Не такая большая, но тем не менее я увеличиваю ее по чуть-чуть с каждым годом. Угу. И платівка з'явиться на всех диджитал-майданчиках. Це Apple Music, iTunes, Google Play, Spotify, Deezer and YouTube Music. Да. Що, до речі, нам потрібно знати про ці музичні платформи сучасні? І розкажи, тому що я ще в цьому сенсі ретроград. На жаль, так. Що знати? Ну, можна вибрати площадку, яка тебе по душі, підписуватися на неї і, в общем-то, все. Це, як мінімум, удобно. Ну и как-то это по-человечески по отношению Але к музыкантам. Але ж це за гроші. Конечно, это нормально платить за то, что тебе нравится. По-моему, так. Мы же покупаем еду за деньги. Ну, мы звикли до того, що ми слухаємо, чи слухали раніше музику на радіо. Але да, ми слухали да. ще й комерційну рекламу, звісно. Вот, да. Але ж це було все безоплатно. Да, да. Но тем не менее, вот пластинки, я в детстве слушал пластинки только, и кассеты. Я всегда покупал эту музыку. Потом диски пошли, всегда покупал эту музыку. Потом вот это появилось пространство, там, с каких-то 2000-х, там, да, интернет, бери, не хочу, откуда хочешь, но, в принципе, это нормально покупать. Ну, не знаю, мне просто удобно, я тоже подписан на одну из площадок, и просто тебе удобно, что у тебя в кармане всегда лежит библиотека мира. Ты заходишь, тебе для этого ничего не нужно, раз в месяц заплатил какую-то сумму, и все, слушаешь. Ну, это как минимум комфортно. Угу. Все это... Розкажи про цю картину. Ти не випадково також вибрав саме цю роботу. В неї художник оформлення твого альбому, нового. Mm-hmm. Нефрит і зелений. Зелений – це теж присвячення Нефриту. Да, да. В цілому, це, значить, автор цієї картини Таїсія Лаврова, наша одеситка. Вот она такой иллюстратор, графический дизайнер, и вот такие у нее картины, очень абстрактные, интересные, на мой взгляд, необычные. И увидев одну из них, вот эту, собственно, я понял, что вот хочу, чтобы она была моей обложкой, и что она соответствует, потому что вот этот вид хаос, вот одновременно здесь есть и гармония, и хаос какой-то, да, вот, гармония цветов. И одновременно какой-то хаос. Это же и есть у меня в альбоме, потому что он неоднородный. Так когда ты пишешь год альбом, он не может быть однородным, мне кажется, так, потому что очень разные настроения. Меняется погода, меняются просто там сезоны, да, весна, лето, осень. И у тебя абсолютно разные песни. Так оно получилось. Поэтому в нем есть что-то общее, что-то цельное. Так, ты написав, що це 10 пісень, які йдуть точно в такому порядку, як були записані, щоб слухач зміг спостерігати за твоїм настроєм і пережити все це з тобою, що трапилося за час написання диска. Ну, а то які переважно настрої були? Настрої, ну, от в цілому вони були достатньо гармонічні. За исключением, наверное, трех песен, когда вот происходили какие-то контрасты. Это вот весна, она вдруг контрастно появляется. Четвертая песня, она появляется очень контрастно, резко, неожиданно, среди спокойного такого звучания мягкого. После этого появляется еще одна песня, простите, я цитирую, она называется «Идите нахрен». Вот, песня протест вот современным вот этим сегодня тенденциям, когда люди занимаются больше самопиаром, самопродвижением, теряя какую-то суть, такую вот внутреннюю, ну, интересный какой-то материал. Но ты тоже занимаешься, конечно, да, да. Но самопиаром и самопродвижением. Именно так она и родилась, эта песня. Потому что настолько я не люблю этим заниматься, настолько это тебя... Выснаживает. Да, это действительно высасывает из тебя очень много сил. Вот, и поэтому надо уметь распределять, конечно, эту всю энергию так, чтобы ты все успевал делать. Не терял вот этого внутреннего все-таки какой-то и творческого состояния, и какой-то игры, и удовольствия просто от жизни. Потому что когда ты себя постоянно вот это пиаришь ради этих лайков, просмотров, это очень... виснажує. Зрозуміла. І знімати кліп – це довгий процес. На кожне відео ти витрачаєш приблизно один місяць. І ми можемо подивитися, що відбувається у фіналі. У нас є робота з такими дуже милими песиками, цуценятками. То покажіть, будь ласка, це кліп «Дари».
Я пью за рай, в котором нахожусь, за радость дней, за вкусный дым табачный, за то, что год мой выдался удачным, за то, что не завидую, не злюсь. За благодарность в глубине нутра, бесстрашие в глазах, покой на сердце, что занимаю собственное место и воплощаю хоть не без труда. Юга белоснежный сеет кружева, будь со мною нежною, милая зима. Печь растоплю я хворостом, чаю заварю, в каждом новом возрасте зиму я люблю. Майк, рік саме собак да, минув, да. Чи будеш ти знімати кліп з поросям? Це буде, да, ну це буде якийсь уже совсем такой крепкий кліп. Ну, то есть на самом деле, вот песня, когда альбом закончился уже, там было 9 песен. Я для себя все сделал, все сказал, вот. И, ну, я чувствовал, вот у Хакамады есть такая правильная фраза: конец должен быть ярким. Я не знал, как этого добиться, и вдруг пишется песня 3X. В которой я решил выйти за пределы свои собственные, то есть как физически она, то есть там на какую-то, значит, неподходящую для меня тональность вообще выбрана mm-hmm. тоже. И специально, то есть я выбрал для себя очень непростую работу. Я работал над одной песней только 2 недели. Вот. Ну, для меня это много, потому что я могу, в принципе, и за сутки сделать песню. Mm-hmm. Тут 2 недели ее вот отчеканивал, я с друзьями советовался очень. Вот. И вот это прорыв. Поэтому она сказала скорее даже то, что будет происходить дальше в следующих альбомах. То есть то, что я хочу
Предыдущие многие альбомы, они были, как мне хотелось поделиться, какой-то вот гармонией, каким-то вот таким спокойствием, которое я для себя нашел. Мне казалось, что этого не хватает очень людям. В принципе, это так и есть. Но по правде, далеко не всем это нужно и интересно. Вот. Люди все-таки любят, конечно, какой-то драйв. И эта песня Триксана это показала. То есть сколько у нее появилось слушателей, в прямом смысле, там, вот, действительно тысяч, там, по-моему, 17 тысяч просмотров в Фейсбуке она превысила уже на сегодняшний день, за неделю. Вот. И мне стало интересно двигаться чуть в другую сторону какой-то. Поэтому она показывает то, что будет происходить дальше. Это ответ на вопрос. Если будет что-то со свиньями, это будет что-то совершенно не мимишное. Это будет что-то рок-н-ролльное такое, скорее. Зрозуміло. Знаю, що в тебе були концерти колись, да. Коли приходили там всього 15 чоловік. Звісно, да. Що тримало тоді тебе у цій професії, не дивлячись на такі прикрі обставини? Тому що, ну, якщо б я, то я б подумала, що це не моє, і хай йому трясться, да, і я піду з цієї професії. Це, ну... А ти не залишив сцену. За 15 минут до виходу на сцену це була презентація... клипа альбома LV моего. И когда мне сказал организатор, что ты знаешь, там сейчас в зале, там, в общем, на тот момент вообще было, по-моему, 2 человека. Угу. Потом собралось 15. А я ехал, это был тур по СНГ, значит, с презентацией, и я чуть-чуть не плакал. Вот. Я не понимал, потому что я много работал. Я проработал целое лето в своем полуподвале студийном, вот, где записывал это все. Потом программу подготавливал месяц. И приезжаю 15 человек. Хотелось плакать, на самом деле, потому что это очень большая энергозатратная работа. Тем не менее, выходишь на сцену, делаешь одну песню и чувствуешь, что ты делаешь правильную вещь в правильном месте. Все происходит правильно. У тебя куча энергии, при том, что ты больной, у тебя температура. Вот. И люди под сценой счастливы, все происходит, ты понимаешь, ничего не зря. Да, где-то можно доработать, где-то надо учесть какие-то моменты, да, надо взяться за какие-то другие еще моменты, да, и улучшить их. Но в целом все делаешь правильно. Ты знаешь, это... тут нет выбора. Я абсолютно для себя это убедился уже тысячу раз. Я бросал это уже неоднократно. Я бросал писать альбомы, я бросал выпускать их, переставал делать презентации. Меня все равно возвращает к этому. И недавно я увидел вот интервью Майкла Джордана, который сказал, он говорит, если бы мне не платили за баскетбол, я бы все равно продолжал им заниматься. Нет выбора в этом плане. Вот это люди, одержимые своим делом. И я ощущаю это, вот то, что я переживаю в своей музыке. Да, вот ты говорил интересную вещь в прошлом эфире, что есть те знакомые, которые не считают меня музыкантом, как бы относятся несерьезно к этому. Я относился к этому так же серьезно и 10 лет назад, когда музыканты мне говорили, когда у нас там будут там какие-то толпы людей, бешеные заработки. Я говорю, я не знаю, я знаю, что они будут, и мне все равно когда. Будет это в 25 мои или это будет в 40. Я знаю, что это будет, и мне все равно когда, я к этому просто иду. Это одержимость такая, которая внутри тебя горит, и ты ничего не можешь с этим сделать. Она тебя скорее съест, чем ты это бросишь. Вот. Хороший пример, это есть фильм, посмотрите, Джеймс Браун «Путь наверх». Когда просто самое начало, ты помнишь, когда его за какую-то кражу мелкую посадили в тюрьму, и стоит он за решеткой, и мечтает о том, как зал скандирует, огромный зал, Джеймс Браун, Джеймс Браун, а человек, вообще никто ничего не написал, ничего, и сидит за решеткой. Какие перспективы? Да никаких, казалось бы. Вот. А внутри это есть. Поэтому вот так это происходит. Ну, я маю підозру, що в тебе наркотична залежність від музики, да, та від сцени. Она, понимаешь, чем сила? Я понимаю, я уловил это. В этом процессе, когда ты исполняешь, когда ты записываешь, когда ты репетируешь, ты вдруг чувствуешь, что себя гораздо большим, чем ты, вот, там, мальчик Миша, допустим, да, гораздо больше. Ты чувствуешь вот эту прям бесконечную свою силу. Вот в этом вся прелесть. Ще процитую Боба Ділана. Він писав, що коли він вперше почув Елвіса, він зрозумів, що ніколи вже не буде ні на кого працювати, і ніхто ніколи не буде його начальником. Я почув його і відчув себе так, ніби я вирвався з в'язниці. Хто на тебе справив, ну, подібне таке ж сильне враження з музикантів? Я дуже люблю Елвіса і розумію, але для мене це, напевно, все ж таки колись був Фредді Меркурі. Я, правда, не вирішила для себе більш ні на кого не працювати. Я просто стояла заворожена.
В том числе и Фредди, конечно. Это, вот этот дух, о котором я говорю, вот эта свобода, вот эта безграничность. Такая. Нет, я тебе подсказала, скажи да. сам. Ну, я тебе говорю тоже. Меня воспитывали музыка моей сестры старшей и моих родителей. Поэтому это были и Beatles, и Queen. И это были тут же и Цой, Джордж Майкл, потом появился Тупак, Рэй Чарльз, и как пошло. Но самые основные, наверное, если брать так, это действительно Цой, Тупак, Джордж Майкл. Наверное, вот так. Такая смесь какая-то. Угу. Это... Зрозуміло. 5 лютого відбудеться прем'єра 18-ї платівки. Да. Що будеш робити потім? Тебе ж... Презентация живая, дальше будет происходить. Угу. Вот. В других, концерты. В Одессе, в других городах, да, презентация, буду приступать к этому. Вот, ну и уже это не тайно, я уже оглашал о том, что к весне я готовлю выход своей первой книги стихов. К этому долго меня тоже публика подталкивала, угу, говорит, давай. И вот я собрался, в принципе, уже все готово. Да. Это будет первая книга? Первая, да. Да, будет такой The Best за года 3, по-моему, там будет собранный стихотворений. Угу. И сейчас целенаправленно уже я пишу на следующую, там, на вторую книгу уже, то, что будет ходить. Так, і прочитала у тебе у Фейсбуці: сумніви і лінь – велика розкіш, позбавляє нас всіх досягнень і багатств. І, до речі, цей афоризм багато що пояснює про тебе. Да. Тобто в тебе відсутні сумніви і лінь. Ні, звісно, наоборот. Наоборот, вони настільки, тобто, присущі, як би, що... Ну, то есть я преодолеваю их, и ну, преодолел в каких-то, то есть я вижу, что есть результаты, когда ты делаешь что-то действительно в полную силу. Вот песня 3X, опять же, этому доказательство. Когда ты делаешь что-то в полную силу, когда ты, ну, то есть мало сделать хорошую песню, мало снять хороший клип, надо еще посидеть потом часов 5 подряд и разослать это все, и услышать «нет, не подходит», «нет, это не тот стиль», «нет, это не актуально», или вообще не услышать никакого ответа. А потом получить 3 ответа, которые тебе полностью удовлетворят, да, как вот продюсер Джамалы, Ануки и Зеленский. Вот вам, пожалуйста, ну, отлично. Повністю. И результат сразу есть. Згодна з тобою. Да. І це та сама ситуація, коли ти стукаєш у сотні закритих дверей, але приблизно 20 з них таки 20 відкриються. Это лучший вариант. І будуть результати. 3. 3 відкриються, да. Із 100 відкриються 3. Причина, це для мене не новина. І тільки одні тебе скажуть «заходи». Вот. Так все це працює. Да. Так, статистика саме така. Приблизно зі 100 тільки 3 відгукуються. Да, да, це так і у рекламному бізнесі, і у будь-якому. Да. Тому ти все правильно робиш. Ну, от це огромна робота. Это огромная работа, и надо действительно быть одержимым. Это не здорово, я вам скажу так. То есть, ну, по факту, это действительно надо быть одержимым, гореть своим делом и жить этим. Важнее этого, пусть не обижаются мои родные и близкие, но это действительно, это очень важное почему-то в моей жизни. Ще одна гарна новина від тебе чи про тебе, це що твій ремікс на пісню Муслима Магомаєва «Нам не жить друг без друга» набрав вже 24 тисячі прослуховань, чи навіть більше. Так, розкажи про цю роботу. Я дуже люблю ремікси, тим паче на таких легендарних особистостей. Для мене це, правда, не Муслим Магомаєв, я дуже люблю якісь такі ретро... ретро-артистів типу Лу Ролса, але у танцювальних реміксах. То розкажи про цю ідею. Это очень, значит, я открыл для себя Магомаева в 2011 году, в конце 10-го. Я слушал его просто вот какую-то подборку, которую сам для себя сделал. И в эту песню, вот услышав, я влюбился, и мне просто вот очень захотелось поделиться. Но я понимал, что очень мало кто оценит в оригинале это из сегодняшнего слушателя. Так. Поэтому я сделал свою версию. Я сделал такую трип-хоповую, добавил бит, бас, каких-то немножко еще инструментов. Чисто приукрасил ее в сегодняшнем виде, сделал ее. Собрал. А я бы сделала еще больше ее танцевали. Ну, сделай для меня. Может быть. Но это будет уже другое. Там очень душевная, грустная песня. Очень на самом деле такая. И вот эта фраза меня больше всего... Вот, мы разлучаемся со сказками. У него там есть продолжение. Прошу, стань добрее ко мне, стань ласковее. Я убрал его по своей. Вот, мне казалось, что вот суть в том, что вот эта разлука со сказками, вот она происходит, это очень грустно. Вот. Там скорости вокруг бешеные. Мы себя едва сдерживаем, он поет. Это безумно все. Поэтому вот эту сказку, чтобы обратить на это внимание, вот осознанно показать людям, вот, чтобы не теряли, чтобы были... мягче, чтобы не теряли эту сказку внутри, вот это детское ощущение чуда.
Вот мне вот это хотелось поделиться. И потом действительно это произошло так, что я сделал этот ремикс, я его выложил, был такой сайт, я не знаю, может, у него есть, Лепра. Вот, Лепрозорио. Угу. И вот от него пошел действительно большой какой-то бум. Вот я больше не сидел на этом сайте, я зарегистрировался там как-то по приглашению, там все очень скрытно было. Вот. И там пошел вот от этого бум. И вот действительно я буквально пару месяцев назад захожу, смотрю, у меня на страничке больше 24 тысяч подписчиков, прослушиваний на эту песню. И превышен лимит скачивания, поэтому я уже в Apple Music разместил везде на все площадки. Это действительно, ну и получилось поделиться этой песней, я рад, но она сработала. Я теж рада за тебе. І вже чекаю на живі концерти, коли буду мати можливість наживо все це слухати. Тому що я наприклад, вже фанат твоєї пісні «Весна». І хочу її послухати, ну, саме так, наживо. Там є і фортепіанна партія, і не тільки. Да, і гітарна партія, там все є. То нагадаю, у нас сьогодні був у гостях Глашатай Майк, розповідав про прем'єру 18-ї вже платівки «Нефрит». Рада була з тобою поговорити. І чекаю ще у гості. Саша Корін працювала для вас. Мої колеги готові підхопити, як завжди, естафету прямого ефіру. І прощаюся до завтра.